сегодня у нас два дефекта на тебе. Сережа, ты берешь все на себя отключение. Все ясно? Ясно, понятно. Следствие по обслуживанию тепловых сетей. 6 лет. Да, первое время было непонятно как-то там что-то. Ну, были коллеги, у которых спрашивал, были наставники. Можно сказать, на них это все держится. Давали советы, что делать, как делать. Разберемся там. 8 часов, дают задание, едем устранять дефект. Для нас нету такого. Светит солнце, не светит солнце, идет дождь, не идет. Мы же выбрали эту профессию. А на что я должен жаловаться? Проветривание называется. Чтобы, когда спускаешься в камеру, не было так жарко. Первый наш злейший враг – это вода. Вот. Чтобы устранить дефект, надо ликвидировать воду. Бывают случаи, что можно и обвариться. Вовремя отключить – это тоже большое значение имеет. Ну вот, 5 метров она. Ну, воды сейчас не так уж и много воды. Дренажи работают, это хорошо. Конечно, важное дело. Сами представляете, вот рядом стоит детский сад, и он без тепла. Вот вся наша, вот наша прелесть нашей работы. Чтобы вовремя у людей было тепло, чтобы в холодное время суток они могли себя чувствовать защищенными. Романтика. Ну вот вы сегодня сами наблюдали за этой романтикой. То же самое и горы, только внутрь земли мы заходим, внутрь. Сейчас все хотят вот сидеть где-нибудь в офисе, наверное, за компьютером, нажимать на кнопку. Но у нас немножко по-другому. У нас лопата. Когда даешь воду людям, вот это облегчение. Больше ничего не надо. Весь заряд в том, что пошла вода. Люди радуются, а мы тем более. Ну все. Загрузили машину.